Сегодня проводится открытое заседание комиссии, на котором оглашаются результаты проверок, проведенных в отношении депутата Саратовской областной думы Курихина Сергея Георгиевича. Решение, по которому принято на заседании комиссии 10 ноября 2021 года. Уважаемые члены комиссии, прошу учесть, что заседание является открытым, на котором рассматриваются только результаты проверки. Уважаемые члены комиссии и присутствующие, на заседании комиссии сообщаю, что 19 октября 2021 года в комиссию поступило письмо прокуратуры Саратовской области от 13 октября 2021 года, в котором содержится информация о выявленных нарушениях депутатом Саратовской областной думы Курихиным Сергеем Георгиевичем, установленного законом ограничения, связанных с депутатской деятельностью, а также факты неисполнения им предусмотренных антикоррупционным законодательством обязанности представлять сведения о доходах, об имуществах и обязательствах имущественного характера, принимать меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов. А именно, первое. Справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год Курихин Сергей Георгиевич не отразил находящийся в его пользовании жилой дом. Второе. Справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год Курихин Сергей Георгиевич не предоставил информации о действительном размере полученных доходов и сумм обязательств. Третье. Справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год Курихин Сергей Георгиевич не отразил информации об открытом банковском счете. Четвертое. Курихин Сергей Георгиевич неоднократно, незаконно использовал свой депутатский статус в личных целях. Поступившая в комиссию информация прокуратуры Саратовской области о нарушении Курихина Сергея Георгиевича явилась основанием для проведения проверки в отношении депутата Саратовской областной думы Курихина Сергея Георгиевича. 20 октября и 21 октября 2021 года Курихину Сергею Георгиевичу были направлены уведомления о начале проверки. Однако Сергей Георгиевич избегал своевременного получения направленной ему информации. Согласно статье 5 Закона Саратовской области от 28 марта 2012 года за номером 50 комиссии были направлены запросы в соответствующие органы: Главное управление МВД России по Саратовской области, прокуратуру Саратовской области, Следственное управление Следственного комитета России по Саратовской области, Волжский районный суд города Саратова, в управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Саратовской области, в соответствующий банк. В процессе осуществления проверки и обсуждения представленных фактов по запросам на заседании комиссии 1 ноября 2021 года, на котором присутствовал Курихин Сергей Георгиевич, он дал пояснение, предоставил дополнительные материалы, которые приобщены к материалам проверок, а также обратился с ходатайством о представлении ему времени на подготовку письменных пояснений до 8 ноября 2021 года и сообщил о необходимости подготовить дополнительные запросы соответствующего органы, перечень которых Курихин Сергей Георгиевич подготовил и передаст комиссии 3 ноября 2021 года. 8 ноября 2021 года депутатам Саратовской областной думы Курихину Сергею Георгиевичу были представлены пояснения в письменной форме. После перерыва заседание комиссии было продолжено 10 ноября 2021 года. При обсуждении указанной в письме прокуратуры информации Курихин Сергей Георгиевич отвечал на вопросы членов комиссии, дополнительно дал пояснение, предоставил дополнительные материалы, которые приобщены к материалам проверок, и подал ходатайство, по которым комиссии приняты решения и направлены ответы заявителю. Комиссии проанализированы представленные Курихиным Сергеем Георгиевичем справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, дополнительные материалы, его пояснения и сопоставлены с поступившими ответами на запросы комиссии и доводами, изложенными представителем прокуратуры Саратовской области на заседании комиссии. В результате было установлено, что сведения о счетах в банках являются полными. Также было установлено, что в справке не указаны объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании Курихина Сергея Георгиевича. Это жилой дом и помещение, используемые для хранения сейфов с денежными средствами и личными документами. По результатам анализа, полученной в ходе проведения проверки информации и обсуждения, 10 ноября 2021 года комиссия установила, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом Саратовской областной думы Курихиным Сергеем Георгиевичем за 2020 год, являются заведомо неполными.
Также комиссией проанализирована информация о направлении депутатам Саратовской областной думы Курихиным Сергеем Георгиевичем правоохранительные органы обращения личного характера, не связанных с осуществлением им депутатских полномочий, в результате чего 10 ноября 2021 года комиссия установила, что депутат Сергей Саратовской областной думы Курихин Сергей Георгиевич не соблюдал ограничения и запреты, установленные федеральным законом, уставом основным законом Саратовской области, иными законами области в части несообщения в установленном порядке о возникновении личной заинтересованности при осуществлении депутатских полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. По результатам обсуждения с целью выбора меры ответственности, а также с учетом неоднократного совершения Курихиным Сергеем Георгиевичем нарушения законодательства о противодействии коррупции, комиссия решила рекомендовать Саратовской областной думе принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной думы Курихина Сергея Георгиевича в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 33 закона Саратовской области от 3 марта 2004 года за номером 10 ЗСО о статусе депутата Саратовской областной думы и направить указанное решение в Совет областной думы для включения соответствующего вопроса в проект повестки дня заседания областной думы и подготовки проекта постановления областной думы. Члены комиссии, заявившие о несогласии с принятием комиссии решением, изложил свое мнение в письменной форме, которое приобщено к протоколу заседания комиссии. В соответствии с частью 13 статьи 7 закона Саратовской области от 28 марта 2012 года за номером 50 ЗСО комиссия направляет информацию о результатах, полученных в ходе проведения проверки правоохранительным органам, которые предоставили информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных. О проведенных проверках в отношении депутата Саратовской областной думы Курихина Сергея Георгиевича проинформирована прокуратура Саратовской области. Уважаемые члены комиссии и присутствующие на заседании, на открытом заседании комиссии решение не принимается, на нем оглашаются результаты проверки в целях обеспечения гласности. Спасибо за внимание, заседание объявлено закрытым.